Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях помощник прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Карпов Андрей Игоревич. Здравствуйте. Здравствуйте. А как давно появилась такая служба и для чего она существует? Рязанская прокуратура по надзору за исправительными учреждениями была создана 18 октября 1984 года приказом генерального прокурора. Данная служба нужна для надзора за соблюдением законов в исправительных учреждениях, а за тем, чтобы соблюдался закон со стороны сотрудников администрации исправительных учреждений, соблюдалось право осужденных, в том числе на охрану здоровья, соблюдалось законодательство о труде, в том числе об охране труда. Кроме того, соблюдались требования закона при издании исправительными учреждениями ФСИН России при Рязанской области, требования законодательства при издаче вот этих нормативно-правовых актов, регулирующих отбывание осужденными наказания. Также соблюдались требования законодательства о режиме в исправительных учреждениях. Кроме того, законодательство при наложении на осужденных взыскания, в том числе взыскания в виде выдворения в штрафной изолятор и в помещение камерного типа. Почему именно вы выбрали такую вот необычную службу? В период обучения еще в школе, в 10-11 классе, мне было принято решение о том, что я хочу учиться по юридической специальности. Проанализировав свои возможности, было принято решение, что стоит попытаться получить целевое направление в прокуратуре Рязанской области. У нас это получилось сделать. Получили целевое направление на обучение в Саратовскую юридическую академию, где я прошел обучение. И в 2015 году поступил на службу в органы прокуратуры Рязанской области. В связи с чем был направлен, в частности, в Рязанскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Какие чаще всего нарушения происходят? В ходе проверок у нас выявляются различные нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, в том числе, в частности, нарушения охраны труда осужденных. Мы на постоянной основе проводим проверки по соблюдению в учреждениях законодательства о труде. Так, очень часто выявляются нарушения в сфере охраны труда при привлечении осужденных к труду. Очень редко обеспечивают осужденными средствами индивидуальной защиты. Кроме того, не всегда они проходят первичный инструктаж на рабочем месте, вводный инструктаж. И при выявлении таких нарушений нами неукоснительно принимаются меры прокурорского реагирования, вносится представление либо в исправительное учреждение, либо в УФСИН России по Рязанской области, и в ходе служебной проверки выявляются виновные лица и привлекаются к дисциплинарной ответственности. Также выявляются часто нарушения касаемо охраны здоровья граждан, осужденных в том числе. Не всегда осужденные обеспечиваются больничными листами, в связи с чем они не получают впоследствии выплаты, в связи с тем, что они находились на больничном. Кроме того, выявляются часто нарушения касаемо наложения на осужденных мер поощрения, мер взысканий. Они имеют очень важное значение, поскольку наличие осужденных поощрений и взысканий имеет существенное значение при условно-досрочном освобождении и замене им неотбытой части наказания более мягким видом наказания. И в случае выявления незаконного наложения на осужденную меру взыскания, данные взыскания постановления прокурора отменяются. Также вносится представление об устранении нарушений в исправительное учреждение. В случае выявления незаконного поощрения осужденного вносится протест на приказ, которым осужденный был поощрен. В связи с этим впоследствии начальником учреждения данный приказ также должен быть отменен по результатам рассмотрения протеста. Как часто жалуются заключенные? И вот, вы перечислили основные жалобы, но вот какие еще, на что они еще жалуются? Такого вот интересного, необычного, может быть. За истекший период 2018 года в наш адрес поступило более 100 обращений от осужденных. Обращения чаще всего касаются охраны труда, в том числе незаконного наложения на осужденных взысканий и некачественного лечения в исправительных учреждениях. Скажу прямо то, что очень редко доводы осужденных подтверждаются за истекший период. Вот из этих 100 обращений удовлетворено и были подтверждены указанные в обращении нарушения в порядка 5-6 обращениях. При выявлении данных нарушений нами принимаются все возможные меры прокурорского реагирования и осуществляется действенный контроль за устранением этих нарушений сотрудниками администрации исправительных учреждений. А что происходит с заключенными, которые подали, скажем так, фальшивую жалобу? Действующим законодательством, а также ведомственными актами никаких последствий для подачи необоснованных жалоб не предусмотрено. Соответственно, просто жалоба остается без удовлетворения, о чем заявитель направляется ответ. А за 2018 год, вы говорите, удовлетворено 5 или 6 жалоб. Что это за жалобы? Вот так немножко по статистике, может быть. Это в том числе обращение касаемо неоформления осужденным больничного листа,
также не перечисление ему денежных средств на проезд по освобождению от отбывания наказания до места жительства, а также в том числе и незаконное наложение на осужденного взыскания в виде выговора. Проходят ли рейды по колониям или по другим заведениям, таким как больница с осужденными? Действующими приказами, которые регулируют нашу деятельность, предусмотрены обязательные ежемесячные проверки всех исправительных учреждений. Мы в ходе осуществления нашей надзорной деятельности ежемесячно посещаем каждое исправительное учреждение с посещением всех запираемых помещений. Это строгие условия отбывания наказания, отряды осужденных, штрафные изоляторы, помещения камерного типа. Проводим личный прием осужденных. В случае поступления каких-то устных обращений стараемся принять меры по устранению выявленных нарушений, если эти нарушения подтверждаются. Соответственно, каждое исправительное учреждение как минимум один раз сотрудником прокуратуры посещается. Угу. А вот какое исправительное учреждение было посещено в последний раз, какие были жалобы, если это можно озвучить? Лично мной было посещено последний раз следующее исправительное учреждение. Это исправительная колония номер 2, которая находится в городе Рязани. Колония строгого режима. Каких-либо обращений не поступало касаемо нашего направления надзора. Осужденные часто жалуются на то, что очень редко они получают какие-либо запрашиваемые документы из судов, как правило, это Москва и Московская область. Каких-либо обращений касаемо режима там, или претензий к сотрудникам администрации в данный момент не поступало, на момент проверки не поступало. Вы участвуете также в комиссиях по условно-досрочному освобождению. Расскажите немножко про это. Да, нами принимается участие в судебных заседаниях по рассмотрению вопросов об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания, замене им неотбытой части наказания, более мягким видом наказания, а также перевода их из колонии общего и строгого режима в колонии к поселению. За истекший период этого года нами принято участие в более чем 300 судебных заседаниях подобного рода. Как правило, осужденный подает либо на условно-досрочное освобождение, либо на замену неотбытой части наказания, более мягким видом наказания. При рассмотрении подобных ходатайств учитывается поведение осужденного за весь период отбывания наказания, а также факт возмещения либо невозмещения ему ущерба, причиненного преступления, возможности и наличие у него места жительства по освобождению и иные моменты. И замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Осужденный, как правило, просит заменить им неотбытую часть наказания либо на исправительные работы, либо на штраф, который устанавливается судом уже. А вот из этих 300 дел, более 300 дел, сколько было удовлетворено? Касаемо условно-досрочного освобождения, нами было рассмотрено таких ходатайств 336, из них 204 удовлетворено. По остальным либо отказано удовлетворение, либо данные ходатайства осужденным были отозваны до вынесения судом решения. Кроме нарушения на условия труда и медицину, заключенные жалуются еще на что-то? Да, бывает, что осужденные жалуются в том числе на противоправные действия со стороны сотрудников администрации. Это на незаконное взыскание, незаконное применение к ним физической силы, каких-либо угроз поступающих со стороны администрации либо других осужденных, применение спецсредств, проводятся проверки, в случае выявления нарушений принимаются меры прокурорского реагирования, по результатам которых лица привлекаются к дисциплинарной ответственности, если выявлено нарушение требований УИК. Если выявлено нарушение Уголовного кодекса, соответственно, принимается решение о направлении материалов в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении таких сотрудников либо таких осужденных. Но в последнее время таких дел не возбуждалось, нарушений касаемо там, незаконного применения физической силы к осужденным также не выявлялось. Угу. То есть за 2018 год таких случаев не было? Таких не было. А вообще в вашей рабочей практике тоже не встречалось? Лично в моей практике не было. Угу. А вот если взять общую статистику за 2018 год, сколько дел было вынесено? В отношении сотрудников исправительных учреждений, по моим данным, было возбуждено 2 уголовных дела. Как правило, это дела коррупционной направленности и за создание каких-либо льготных условий для осужденных, либо льготных условий, каких-то благоприятных условий для их условно-досрочного освобождения. То есть бывает и такое, а как это происходит, что значит эти льготные условия? Как я уже пояснял, при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении, либо о замене неотбытой части наказания,
более мягким видом наказания, администрация учреждения направляется характеристика на осужденного, в которой отражаются все моменты его поведения, его отношение к труду, к воспитательным мероприятиям, наличию у него поощрения, либо наличию у него взысканий. Выявлялись такие случаи, когда характеристики не соответствовали действительности. Данные случаи выявлялись не нами, а службой собственной безопасности УФСИНа. И, соответственно, в отношении данных сотрудников, которые готовили характеристики, такие возбуждались уголовные дела. А вот вы все время говорите «трудовая деятельность», а вот что это за трудовая деятельность? Ну, например, у нас в Рязани, на примере какого-нибудь исправительного учреждения, что там за трудовая деятельность и как она ведется? Исправительное учреждение у нас обладает достаточно большой производственной базой. Это швейные цеха, осужденные шьют различную униформу, униформу для строителей, для военных, в том числе и для сотрудников ФСИН. Также имеются цеха по деревообработке, металлообработке в исправительных учреждениях. Производятся различные запасные части для автомобилей, в том числе. На колониях, поселениях осужденные осуществляют деятельность по земледелию. Касаемо медицинских учреждений, то есть если заключенный заболеет на базе исправительного учреждения, есть какая-то больница или его посылают в больницу? Да, в каждом исправительном учреждении имеется медико-санитарные части, в которых оказывается первая помощь осужденным. В случае выявления каких-либо серьезных инфекционных заболеваний, либо иных заболеваний, которые необходимо устранять хирургическим путем, осужденные этапируются из исправительных учреждений в больницу для осужденных, которая находится также на территории Рязани, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сколько за 2018 год было проведено проверок? Рязанской прокуратурой по надзору в исправительных учреждениях за истекший период 2018 года было проведено 51 проверка в исправительных учреждениях, в том числе в лечебно-профилактических учреждениях, медико-санитарных частях ФСИН России. По результатам проверок было внесено 21 представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которых более 40 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Это, как правило, выговор, замечание и неполное служебное соответствие. Немножко возвращаясь к вашей службе, на таких должностях работают как мужчины, так и женщины или только мужчины? Потому что работа-то ведь, по сути, непростая, и как в физическом, так, наверное, и психологическом плане. Законодательством не предусмотрено каких-либо ограничений для работы женщин в нашей прокуратуре. Однако такая практика сложилась в прокуратуре Рязанской области, то, что в конкретном нашей специализированной прокуратуре работают только мужчины. А вот первое время вам самому не было тяжело? То есть какой-то стресс, какое-то так вот психологическое давление? Первое время, конечно, было тяжело. Я сразу, можно сказать, и начинал в этой прокуратуре. Возможно, это было связано не только с работой с осужденными, но в том числе и с работой в прокуратуре в общем. Но со временем привык, освоился. Сейчас данная работа очень нравится. Андрей Игоревич, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.